10-летняя Алла занимается музыкой с самых малых лет. Мечтает стать пианисткой и выступать на больших сценах. Сегодня у нее важный день. Свое мастерство юный музыкант будет демонстрировать в областном конкурсе. Я ожидаю радость, чуть переживаю. Творческое состязание пианистов в школе искусств проводится раз в два года. В этот раз музыканты соревнуются в номинациях «Фортепианный концерт» и «Фортепианный ансамбль». Конкурс пользуется большой популярностью. Участвуют в нем в этом году порядка 150 пианистов из 18 округов Подмосковья. Это серьезное соревнование, победа здесь – это большое достижение. Вот, но вообще конкурс, любой конкурс в судьбе молодого музыканта – это всегда большое творческое испытание. Масштабный областной конкурс – важная ступень в жизни каждого начинающего музыканта. Следующий фестиваль состоится через два года. К этому времени юные пианисты еще больше вырастут в мастерстве и технике. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».